Это всегда я думал, что это есть.
Сейчас я чуть понял, надо в четверг. На 2 недели в Питер. И там будет, я думаю, что 6-8 часов под бетоном. Ты что, что не начинается?
там не ограниченный зал? Бесплатно. Ничего себе. Для всех или для них? Да нет, спортсмен. А, это дешевка или как-то там? Ну, есть там. Вуз спортивный. Да нет, врачи. Там три зала врачи. Там Саша Ростов, Настя Ростов, ну он как, он бадминтонист. Настя Ростов и папа его. Они тренера, ну то есть тренера. Поэтому там целая толпа народа. А это она же, да, с Александром Николаевым? Типа на Олимпу, что ли, дошли до четвертьфинала? Да. Ну это она, видимо, вытащила зачем. Только она не с ним. Нет, она не играла с Сашей. Она с Индусом играла, по-моему. Нет, с Индусом это был почерк. Да? А, или это Нина Вислова на Олимпиаду с ней ездила? Нет, на Олимпиаду с Сарой. Точно. Точно. Николай Косорокин играл. И... До четвертьфинала, до четвертьфинала. До выхода. Нет, до выхода. Ага!